Вместо могил – свалка. Кладбище мусора появилось в Приокском районе. Люди, которые приходят на могилы к своим родственникам, поначалу даже не могут их найти. Все завалено мусором. Мусор уже, смотрите, вот эту могилу уже практически, вот стоит могила, завалил. С той стороны, вон, хоть ограды есть, туда тоже мусор. И вот, пожалуйста, могила моих родственников. Вот моя могила, вот уже, видите, вот здесь росли цветы. Венки и все тут, да. И ну, банки, вот цветы, и цветы. И листва, и сучья, и все. И кто спичку бросит или что-то. И мусор, он, во-первых, раздувается. Собаки таскают, растаскивают. Вот еще мусор полно везде, по всей улице и по всему кладбищу. Вот ведь метут и уставляют, и все, и вон кидают, и цветы, и все на свете. И сколько раз говорили, вот и желез, вот какие-то штуки. И здесь табличка, вот эта самая церковь, вот табличку даже, вот она стерлась. Написано было, пожалуйста, не сбрасывайте здесь мусор. Видите, какое дерево. И все, она уже стерлась, и никто не обращает внимания, потому что некуда мусор девать. Вы видите? И пасхи убираются, и кладут к этой куче. Вот такое дело. Они знают, сами знают, каждый знает. Ну, не хотят, не хотим мы этого, не хотим. Я хожу всю это самое, все лето, обошла всех кругом, и не могут вот эту кучу мусора вывести. Это что, очень дорого стоит? Как выяснилось, кладбище-то находится около старой церкви, и захоронения там осуществлялись исторически. Но вот юридически его территория никому не принадлежит, а значит, и убирать ее никто не обязан. Муниципальную собственность это кладбище не входит, то есть в муниципальное предприятие не включено, средства из городского бюджета не выделяются на содержание этого кладбища, поэтому только сами прихожане.